Всем привет! Вы на канале «Все о звездах ТВ. Интересно знать». В этом ролике я расскажу вам и покажу 51-летнюю жену Олега Газманова, фото которой в бикини поразила сеть. Поклонники удивляются, как Марине удается выглядеть так хорошо. Марина Газманова из числа тех женщин, о которых говорят «дама без возраста». В свои 51 год она может дать фору многим молодым девушкам. У нее великолепная фигура и моложавое лицо. Сама Марина Газманова признается, что у нее нет просто времени думать о своем возрасте. На днях на странице Марины появилась новая фотография, которая произвела настоящий фурор среди всех подписчиков. На этом снимке Марина в красном купальнике лежит на берегу моря. В комментариях под фото Марина рассуждает о том, как совмещать заботу о семье, близких и друзьях с уходом за внешностью и здоровьем. Кроме того, не забывать развиваться и вести захватывающий образ жизни. Марина говорит: «Когда мне было плохо, я начала зачитываться и изучать психологию. Знаете, знания дают надежду. Я пока очень поддерживаю молодость. Когда это будет невозможно, буду поддерживать здоровье и любопытство. Главное, если не предвидится хороших перемен, бегите из этого места. Даже в никуда, или вам кажется, что в никуда. Жизнь должна приносить счастье, а жизнь – это вы». Так говорит Марина Газманова. Пользователи соцсетей с восхищением комментируют фотографию Марины и просят ее поделиться рецептами красоты. Фолловеры пишут так: «Вы выглядите как девочка, многим молодым на зависть, красивая, как всегда». И я их в этом поддерживаю. Марина просто очаровательна и великолепно выглядит. А также напомню, что у Олега Газманова трое детей. Старший сын Родион от первого брака и двое брака с Мариной. Сын и дочь. Пожелаем этой прекрасной паре еще долгих лет счастливой жизни. Пусть их дети будут самыми красивыми и самыми счастливыми. В общем, всего их самого-самого наилучшего. Я всех благодарю за внимание. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Кто же еще не подписан на этот канал, обязательно подписывайтесь, потому что впереди еще много нового, увлекательного и интересного. А также подписка вас совершенно ни к чему не обязывает. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А я всем желаю здоровья, счастья, любви, добра и мира. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. Всем удачи, до новых встреч и всем пока-пока!